Несколько сотен работников АО «Камчатэнергосервис» едва не лишились работы. Руководство предприятия из-за крайне тяжелого финансового положения издало приказ о сокращении 430 сотрудников. Все дело в огромном долге, почти в 550 миллионов рублей, которые поставщик тепла не получил от потребителей коммунального ресурса. В числе должников – Министерство обороны, жители Вилючинска, Усть-Большерецкого и Мильковского районов. В сложившейся ситуации «Камчатэнергосервис» не только не мог платить зарплату своим работникам, но и ставил под угрозу предстоящий отопительный сезон. Краевые власти, в свою очередь, приняли решение подать предприятию финансовую руку помощи. Камчатский бюджет выделит 500 000 000 рублей и распределит их между муниципалитетами, которые, в свою очередь, приобретут доли акций «Камчатэнергосервиса». Это позволит предприятию оплатить поставки топлива, 15 000 тонн мазута и 30 000 тонн угля.